Пишем портрет. Изобретать надо на пленэре. Ну, сейчас нужно закомпоновать, сейчас нужно сделать среду для портрета. Что я сделаю? Я сделаю, набросаю вот сейчас, да, вот так, такой момент набросаю, вот. Что-то, чтобы было, да, с плечами, да, вот как-то так, и можешь тормознуть, после этого снимать это. Потом сделаем академическую работу. Хорошо, хорошо.